18 миллиардов долларов инвестировала компания Shell в экономику Казахстана за 30 лет. Ровно столько концерн работает на территории нашей страны. Юбилей отпраздновали в Астане, посетил мероприятие и Касым-Жомарт Токаев. Shell, как заявил президент, в трудные годы привнес в нашу экономику новые технологии, научные достижения и бесценный опыт управления. Вместе с другими партнерами компания активно участвует в реализации масштабных нефтегазовых проектов, в их числе Карачаганак, одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Слаженная работа концерна Shell и других акционеров позволила запустить проект века Кашаган. Сегодня Северокаспийский проект обеспечивает почти 20% нефтедобычи в стране, играя важную роль на глобальном рынке энергоносителей. Помимо добычи углеводородов, большое значение имеет создание инфраструктуры для их транспортировки на мировые рынки. Первым таким успешным проектом стал Каспийский трубопроводный консорциум. В его реализации приняли участие ведущие нефтяные компании, такие как Chevron, Eni, Shell, Lukoil и ряд других. Отдельно глава государства остановился на социальной ответственности компании, отметив, что концерн регулярно поддерживает молодых предпринимателей и социально уязвимые семьи, помогает с консультацией и предоставляет стартовый капитал для открытия бизнеса. На встрече с отечественными предпринимателями мною поручено содействовать перемещению проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Важно открыть доступ нашим производителям к реализации крупных нефтегазовых проектов, чтобы повысить в них местное содержание. Уверен, активная и конструктивная позиция Shell внесет существенный вклад в диверсификацию экономики Казахстана и еще более улучшит имидж компании.